раз стало слышно, как имам поет. Это тихо, как у нас. Ой, бляха, муха, ёб твою мать. Есть нахуй, ёбаный в рот, блядь. Так, заткнились нахуй, сидите здесь. Мужик, просто. Возьми воды. Сейчас. Ой, бля, пиздец. Говорит, она не знает, что делать. Сейчас. У Сереги не тушитель должен быть. Побег. Да быстрее. Она боится. Она же баба. Уйди, пиздец. А где ж бензобак? С какой стороны бензобак? Вона баба, вона не знає, що її робити. Представ, нікого нема. Говори. Так нельзя реакция, девки. Ему надо пеною. Нельзя водою. Я сам знаю, девочки, что робить. Там нельзя пеною надо. Надо пеною, девки. Бо, блядь. А что в ней немає? Тоже вони тушить. Та нема. Так їздять баби, да? Да. Боже, вони мене в серці. Оце хер остановилось. Давайте бігом, ну, тушіть же, живемо. Дайте і виж, господи, що не стануть. Ось дивись. Та потуши, вроді, чи ні? Став, дивися ще. Ой, бля, піздець. Ні. Став. Став, може в нього ні. Треба ще одні. Єбать! Твою мать, блядь!
Долбоёб, у губернатора Никиты Белых Навальный работал на общественных началах, личного кабинета не имел. Документы предприятия изучал по Вообще могли бы пустой конверт кинуть, прикинь? Да запросто. Только лязгец. Нихуя, сзади никто. А откуда он, как это взялось? Это, блядь, надо видеть. Ты чё, сзади сидишь? Да. Ну, хуй, придумал.